Из мистики вот это больше ничего. Ага, ну. Угу. А ты сам вырезал вот это вот? Нет. Кто-то другой. Кстати, у Николая огромное количество самоваров собрано. У кого? Ну, я тебе как раз и говорю, что у тебя огромная коллекция самоваров собрана. Старинных. У какого Николая? Ну, у тебя. Нет, самовара нет, у лампы керосиновой. Значит, лампы керосиновая. Что-то я самовары видел же. Нет, самоваров есть, ну, немножко. Это мне просто показалось, что там стоит столько всего. Это говорится про это в свое время редкий самоварчик продал. Такой больше не попадался. Хотя он мне попался самый первый. Самый первый. Слушай, а вот это вот, это ж наконечник с копья, да? Ага. Здесь у нас в цепях скифский наконечник, скорее всего. Да, тут же скифы, половцы, всякие ребята были. Нет, давайте я лучше вот так отдам. Ты попробуешь аккуратнее. Это вроде чуть пошире. Угу. Для ноги. Она чуточку может там на... Потоньше, да? Чуть тоньше, да, это длиннее тогда. Или так, как... А здесь ее нельзя разрезать, отделить вот так вот? Одно от другое. И я бы забрал у тебя. Без проблем. Давай. Так что, лампу это... Сфотографируешь, не? А, внизу? Да. Да давай, сделаем. Сейчас разрежешь. Пойдем, да, заделаем все это дело. Угу. Блин, как получилось такие-то. Дальше ты сам там. Угу, хорошо. Значит, что-то склеится. Хорошо. Пойдем. Пойдем. Катабомбу. Катабомбу. Так, тут потихоньку надо идти. Тут в случае чего можно жить. Иногда живу. У меня даже это как-то я человек. Обломался в дороге, радиатор полетел на машине. Он пока ждал, пока привезут радиатор, заказывал запчасть, ночевал, снимал номер в арт-отеле. Потом день не заканчивается, он как-то подошел ко мне, разговорились, он говорит, да вот, пожаловался, деньги закончились, ночевать негде. Я говорю, ну если... А он с сыном был. А если это, вас устроит, что переночуете у меня здесь, в подвале, у меня же тут диван. Ну, давай. Вот. То, пожалуйста. В блиндаже. Единственное, говорю, что я закрою. Буду вас закрывать. Нет, я даже не помню, что я закрывал, не закрывал, но мне не важно. Короче, это... Они как бы провели ночь в музее. И он... Получилось так. Потом, а он живет в Керчи, а в Москве еще сын у него там учился. И он несколько раз заезжал. После этого благодарился, выручил. Кувшины. А так, что не побоялся пустить человека. Ну, как-то доверие вызвал сразу это. Тем более с пацаном. Вот они лампы, да? Угу. А вот граммофонная труба, это я сам делал на граммофон. Отличная труба. Самая красивая.
Ну да, так она самая блестящая, самая с таким орнаментом. Просто механизм был, коробок, а трубы не было, и очень захотелось. И заделал, да? Да эти не надо снимать, это советские там такое. Вот что-нибудь можешь такое кратенько сказать, вот какой подарок или что-то там для тебя особый, что-то там вот такое вот имеет значение, и на этом закончим. Особо они, как говорится, особых таких нету. Я могу сказать, что только как-то утратил шлем римского легионера. Тоже он как-то помятый был, его выпахали плугом где-то в Камешском районе, в районе Вишневецка. Но Ты даже показывал мне. я его показывал, вот я его утратил, и сейчас я очень сильно жалею. А как утратил? А ну как, ну денег не было, как-то работы нету, А, кто-то купил, продал. да? А это, в общем-то, была самая старая вещь у меня. Это ему было где-то 1500 лет. Ого. А вот эта вот корона с... Это корона венчальная, А, скорее корона всего. венчальная, Да. да? Она была помятая вся, ее еще надо восстанавливать. А этот шлем, на котором корона? Шлем надо принесли, сказали, в этом в болоте его нашли. Но это железо довольно это крепкое, не просто это жестянка какая-то, а вот прочный, как на этом, на касках. Там же каски броня. Это броня не броня, но очень крепенький. А ничего о нем не известно, откуда, что, что, как, Нет, что-то такое. не, Может, он еще и тут древнее еще, чем тот. А как определяешь, что он не древнее? Но тут бронзовый был шлем. А, тут бронзовый. Ну да, Конечно, бронзовый я век. в телевизоре нашел, нет, это не телевизор, в интернете нашел шлем Монтефортино, называется, да, где-то 1400-1600 лет выпускались. А вот за этот кинжал, когда принесли, Это немецкий кинжал. немецкий, да, СА, парень принес продавать, я говорю, а этот где ножны? А ножен нет, я говорю, почему? Да это, говорит, дедушка с войны Привез. привез его, да. Вот. И история какая. Они в рукопашную с немцами схлестнулись, ему достался офицер немецкий. Он его полосанул этим ножом, видно, хотел по горлу, но тут уклонился наш, он ему нос зацепил. А он его на штык, на вот такой, на наш четырехгранный нанизал, кинжал выхватил и побежал. Снимать некогда было ножны. Вот такой рассказ небольшой. Ну все, на этом мы и закончим. Отлично, коллекция очень интересна. Очень интересно. То есть вот человек увлечен, помимо того, что он чем-то занимается, чтобы прокормиться, а как душа просит вот таких красоты. вот, да, красоты. Видите, как просто Это ясно. как мой второй дом. Второй дом. И я так помню, и вот этот стол восстановился. Как что? Вот этот стол. Не, ну я его купил, А, но купил. затаскивал по этим, по частям. Он здесь камень был, это, она Ого, камень. с трех частей. И вот я его весь разобрал И собрал, по да? кусочку, потом да, Ну, надо же. шлифовал, потом новый этот покупал, сукно, натягивал все.